18-летняя активистка из Аша Гульбрак Бегматаева с детства начала помогать родителям встречать и сопровождать туристов, отправляющихся на знаменитый пик Ленина. Любовь к туризму и природе переросла в серьезное дело. 15 лет Гульбрак создала юрт-камп «Ленин пик» в Чуналае. К ней прилетают альпинисты из Франции, Испании и Америки. С 6 лет начала принимать участие в туристических походах. В 15 лет я решила, что буду развивать свое дело в туризме и не ограничиваться одними лишь альпинистами. Моему успеху, победе во многом обязана своим родителям. Они поддержали мою идею. Думаю, именно их вера в меня помогла мне открыть лагерь. Еще 30 таких же ярких, амбициозных и целеустремленных студентов и школьников со всего Кыргызстана объединил республиканский проект «Юные лидеры Кыргызстана». Организатором выступил фонд Асуль Малдакматовой. В рамках проекта ребята проходят различные мотивационные тренинги, знакомятся с производством крупных объектов и встречаются с министрами. Юные активисты встретились и с председателем кабинета министров Акылбеком Джапаровым. Джапаров произнес мотивационную речь и напомнил об указе президента о вручении президентских стипендий лучшим студентам. Недавно был подписан указ президента, где мы решили, что 50 лучших наших детей, которые поступят или в Оксфорд, или в Кембридж, любые до 50 тысяч долларов в год стипендии, мы будем оплачивать. Единственная наша просьба будет получить образование и вернуться в Кыргызстан. Это вот первая наша попытка, чтобы дать возможность нашим талантливым детям, но еще раз подчеркиваю, кто сам поступит. Очень много детей тоже поступает, но ввиду того, что родители не могут оплатить, они остаются без образования. В ходе встречи школьники задали Акылбеку Джапарову интересующие их вопросы. Ребята поинтересовались о главных достижениях Джапарова на посту председателя Кабмина, о строительстве новых школ в отдаленных регионах и о развитии страны. Какое самое нелегкое решение вы приняли в роли премьер-министра нашей страны? Самое тяжелое, когда согласился на предложение Садыра Нурхожаевича стать председателем кабинета министров и руководителем администрации президента, так как очень четко и ясно представлял, что за 30 лет мы так и не смогли построить устойчивую, экономически правильную, хорошую политику, и очень много наших детей уезжает. Мы знаем, что это такое ответственность, и надеюсь, что такие решения вы не будете больше принимать, вы будете такие решения принимать с радостью. По словам организатора, общественного деятеля Асуль Малдакматовой, цель проекта – помочь юным активистам появиться на небосклоне Кыргызстана. Самое главное – дать мотивацию и напутствие ребятам из дальних сел и направить их потенциал в правильное русло. И мне бы очень хотелось просто протянуть вот руку этим ребятам и сказать: ребята, идите, вы талантливы, у вас все получится. Самое главное – будьте уверенными в себе. И вы даже не представляете, какие они талантливые, какие они интересные, умные, уверенные, с горящими глазами. И я верю в то, что эти ребята станут гордостью страны. Проект «Юные лидеры» был инициирован год назад. За это время отбирались подростки различных национальностей из многодетных семей, отличившиеся своими знаниями и гражданской активностью. Айгерим Рамилева, Самадал Атаконов, 5 канал.